Свежая информация, что «Газпром Медиа» решил уйти из YouTube. Они считают невозможным строить долгосрочные деловые отношения с YouTube. Считают, они же делают свой ЧВК, еще мы об этом узнали. YouTube... Но это не «Газпром Медиа». Да, вот «Газпром Медиа» до этого еще не дошел. Еще не дошел. Да. Ну, медийно-газпромовский, скажем так, вот ЧВК, который базировался бы на медийных активах «Газпрома», да. Ну, это еще впереди. Пока да, это «Газпром», понимаю... вы правы, да. А вот «Газпром Медиа», это в контексте ухода из YouTube, в контексте того, что вот были и упорствуют слухи о том, что на всей территории России уже с 28 февраля планируют заблокировать YouTube. Это, ну, вообще-то это очень такое, это, наверное, покруче будет блокировки и Инстаграма, и Фейсбука. Насколько вы оцениваете реальность этого? Знаете, я хоть и имею свой YouTube-канал, и несмотря на то, что я часто выступаю на других ресурсах, в YouTube и в интернете, я не очень хорошо понимаю, насколько эта штука технически реализуема. Ну, посмотрите, все, кто хотят, меня по-прежнему в России на Фейсбуке читают. И я просто, когда что-то... Я не могу сказать, что я очень активно там что-то публикую на своей странице в ФБ, но когда публикую, я вижу, что очень часто много откликов, много комментариев, я вижу, что авторы этих комментариев, это очень часто те мои фейсбучные друзья, которые по разным причинам остаются в России, не эмигрировали. Я, кстати, позволю себе по ходу заметить, что я совершенно согласен с теми, кто говорит, что ну, не надо всех скопом там ругать в том, что они не уехали, что они там остаются. К сожалению, мир устроен таким образом, и Россия устроена, увы, таким образом, что не все могут уехать. У кого-то нет денег, кого-то не выпускают. Очень много людей не выпускают за то, что у них есть формальные задолженности перед федеральным бюджетом. Там, на 3 рубля выписали штраф, и все, если ты его не заплатил, то тебя могут и не выпустить. А ты можешь даже и не знать, что такой штраф на тебе висит. И есть масса всяких других способов людей задерживать, не выпускать. И вот во что я точно верю, так это в то, что очень скоро вот заблокируют выезд граждан из Российской Федерации, вот совсем заблокируют. Тем более, что я точно знаю, что такие и законопроекты, и подзаконные акты готовятся. Для того, чтобы прежде всего не выпускать половозрелых мужчин призывного возраста, поскольку пока что официально новой волны мобилизации не будет, но первая волна, как вы знаете, формально не запрещена, в смысле не остановлена, она продолжается, об этом Песков не так давно говорил. Вот. А что касается блокировки YouTube, ну, возможно, попытаются заблокировать. Наверное, можно будет продолжать, вот как читают с помощью VPN, Facebook и Instagram точно так же, будут смотреть с помощью VPN и всяких других подобных программ, будут смотреть YouTube. Я всегда вспоминаю историю с Телеграмом. Помните, как пытались заблокировать Телеграм? Потом, знаете, ведь нужно еще помнить о том, что Facebook же не сам по себе существует, что Facebook – это Google, это Gmail, и заблокировать, ну, понятно, там, Meta объявлена неправильной, нехорошей организацией, не помню уж, какой статус ей присвоили. Нежелательной, да? Видимо, нежелательной организацией, поэтому все, порвали они с Цукербергом, да? Но пойдут ли они дальше рвать еще с одним огромным сегментом международной IT-индустрии, я имею в виду Google, да, вот собираются ли они порвать с Google, с Gmail и с YouTube? Я с трудом себе представляю, что вот можно взять и в России заблокировать YouTube и при этом не поссориться с головными организациями и с соответствующими
другими крупными сервисами. Ну, с другой стороны, люди живут в придуманном мире. Чем хуже, тем лучше, на самом деле. Если магистральный курс Путина на создание страны вот из неопричника, вот такой страны антиутопии, описанной писателем Владимиром Сорокиным в его замечательной книжке «День опричника», то такой северный, огромной Северной Кореи, то при чем тут YouTube? Тогда махнут и на YouTube, и на Gmail, и на Google. Евгений Алексеевич, нужен там в 2009 году... Ни поисковик, ни YouTube, ни все, что там прилагается.